Давайте смотреть какой-нибудь посложнее. Я видел сложное, где всего один хп, да. Если ваш пекло получит урон, одно, вы проиграете, но есть дополнительная вместимость. Ну, оно как бы сложное, потому что оно рандомное, ты можешь проиграть на рандоме, но в целом дополнительная вместимость и ман на каждый ход это очень сильно. Все бойцы получают урон в конце хода, а вы к тому же теряете деньги. Вот это вот делается при помощи мультиударов демонов и сминания, короче, гигантских монстров мрака. Вот это вот демоны плюс мрак 100%. Думаю, у меня седьмой согласие, думаю, пятый какой-нибудь надо будет зайти. Но ты пока обгоняешь, кстати, очень многих в чате. Выздоровевшие парни, гравитация. Это делается красными плюс зелеными. Хотя с мраком тоже хорошо работает. Дополнительная ячейка улучшений. Добавляет дуальность модификатору обучения ниндзя, чтобы боссов нельзя было ударить. Незаметнейшие боссы. Жестко. Мраченное существование. Это я не хочу пока пробовать. Групп стюардов, блин, настолько, что были улучшенные стюарды. Это не сильно. Это на самом деле довольно простое, потому что два... Вместе с этим... А, стоп, это увеличивает стоимость бойцов еще на плюс 2. Он начинается с посеем в эскизах. Ну ладно, это может не самое простое. Да погнали, самое простое. Не. Докажите, что можете одержать победу без математики. Слишком простенько. Ну, не просто в плане легко будет выполнить, а... Не самый интересный модификатор. Во, смотрите, первый боец, сыгранный заход, получает хрупкость. Но эта неприятность компенсируется дополнительными коллекционерами, ячейками улучшений. Ну, тоже довольно легкая, по-моему. Все ваши бойцы считаются за любой подтип, и вы вытягиваете вдвое больше карт. Но у врагов есть ускорение. Используйте свой бонус с умом. Да, блин, здесь большинство на самом деле выглядит легко. Заклинания поражают случайные цели, и бойцы каждый ход меняются местами. Вот это сложно. Вот это реально сложно. Капризный вентиль, заранее выбранные маршруты и случайный герой. Удача, она вам пригодится. Давайте попробуем круговорот. Цели заклинания выбираются случайным образом, перемещают позиции всех бойцов в поезде после битвы. Очень жестко. Очень жестко, но это можно отыграть от мрака, я думаю. Это точно не стигийца. Хотя с вот этим еще зайдет. Это могут быть пробужденные. Это, в принципе, могут быть адские отродья. Через королеву. Это может быть, могут быть агарки, но я думаю, что это мрак через полутьму. А на саппорт мы полутьме возьмем... Выгорающих танков, отбросов. Стигийцев нельзя. Пробужденных, в принципе, можно. Демонов. Можно брать пробужденных с семечками корня, а можно с хилом просто. Ты главное помнишь, что танки не работают. Ну, как бы нет. Здесь будет. У нас будет. Смотри, суть в чем? Мы играем за мрак, и у нас на каждом этаже будет по одному сильному танку, которого мы будем кормить. Вот, в принципе, и все. Отбросы могут становиться рандомными танками, если будут менять таргет. Не, отбросов не хочу. Я думаю, что это адские отродья, вот только с кем? С бесами или с факелом? Я еще... Стоп, хрупкость же, да? А, это не здесь хрупкость, это просто перемешивание. Факелы могут быть норм. Я про то, что, к примеру, Творец Заморща будет бесполезен. Творец Заморща может быть бесполезен, да. Ну, что ж. Ну, что ж. Давайте так попробуем. Факелом не попадешь? Черт, и правда, факелом ты не попадешь. Я что-то об этом не подумал. Тогда регенерацию возьму. Поехали. Чек мне вопрос выше. Если выберешь что-то одно, то что? Dead Cells, Hades, Isaac или Шпиль? Hades.
лучше ранний доступ из всех. Даже лучше, чем ранний доступ шпиля. Dead Cells мне быстро наскучил. Isaac тоже становится довольно однотипным. А Хейдес со своими диалогами просто шикарен. Ну а шпиль... уже тоже, уже чуть-чутка устарел, особенно с Monster Train, им надо им надо уже вот второй шпиль делать. Заморыши — это очень хорошо, Сок Диколесия — это супер, Каннибализм — это круто. Кажется, пока что все неплохо. Клад. Союзники получают плюс они за свой шипов, чары укола. Я с радостью буду брать укол, если они будут приходить. Давайте возьмем укол. Герой. Я уже не помню, какая там полутьма есть. Плюс 2 на этом этаже, но мне это не сильно надо. Либо обжорство, плюс 3 атаки, плюс 1 здоровье, и дает ему 2 кражи жизни сначала. Думаю, обжирать будем. Блин, а я где-то могу посмотреть все карты? Параметры журнал, это что? Да, вот он. Обжора. Полутьма 100 на 40, это фигня. 3 на этом этаже. Со сминанием 40 на 25 чудище, да, будет увеличивать этот. И, ну, вот мне как раз обжора здесь и нужен. Мне здесь очень нужен обжора, да. Еще кража жизни получает. В начале боя на каждом этаже появляются вражеские бойцы. Ради 75 золотых, 9, 13 урона в Nexus. В Nexus. Заигрался в Рунтеру. Ради 75 золотых, 13 дэмэджа. Ой, блин, да, лучше не стоит. Тем более я, скорее всего, обжора хочу на третьем этаже держать. Да, не на первом. Можно еще на втором, но мне кажется, третий будет лучше всего. А то эти сикофанты как раз сейчас будут вылазить. Ой, как я давно не играл классическими картишками. Думаю, держать сок или не держать. Чего? А, рандомные таргеты даже так? Даже так рандомные? Надо было с красными бесами брать. Ух, блин, даже в своих рандом это жестко. Вот об этом я не подумал. Надо было сначала раздавать регенерацию. Лол. Ладно, я регенерацию лучше в конце выдам. На финального. Так, честно, напомню, что все заклинания случайно летят, так что каннибализм лучше не юзать. Да, я уже понял. Спасибо. Трех необычных. Не, ну я могу создать шахтера и убить его каннибализмом снизу. И получить трех малявок. Но это так невыгодно на самом деле. Не, выгодно, потому что я кражу жизни с этого нашел. Класс. Стюарт с атакой. Сойдет? Лучше стюарда съесть. Может быть. Да нет, слушайте, стюард тоже нужен. Он хотя бы здесь подерется на следующий ход чуть-чуть. Блин, я даже так урон получаю жестко. А, подерется, я сказал, да? Конечно, подерется. Обдерется просто. Скафанты за боссом. Очень страшно. В прошлый раз вин, да, я выиграл. Я не представляю, как здесь не через обжору играть, на самом деле. Бесики хорошо бы здесь зашли 1-1. Достаточно хорошо, скажем так.
неприятно, что эти малявки здесь мешаются. Ну, уже не важно, у нас тут куча вампирки, шахтеры. Сминания не хватает. Надо будет ему обязательно потом сминание взять. Плюс статы, надеюсь, придет. Натя! С трех ударов босса. Прошлый раунд оказался довольно легким. Эти испытания на самом деле не такие сложные, как сложные, какими кажутся. Это в героя очень хорошо. Берем. Уколы. Найс, они всегда летят туда, куда надо. Класс. Так, нам нужен еще один обжора. Хотя можно и пустого попробовать найти. У нас мало денег. Мы могли бы удешевить... Мы могли бы удешевить шахтеров справа, а могли бы... Ну, гигантизм мы здесь выдать не сможем слева, получается, да? Да и, в принципе, мы всех заморочек в обжора отдаем. Давайте знамя пробужденных возьмем. Так, что у нас здесь? Удаление поглощения, фигня, хилка, пробивание, вау. Так, это... Сейчас посмотрим, что здесь будет. Ты уверен насчет уколов? Уколы — огонь. Уколы вряд ли будут лететь в рандомный таргет. Хотя, кто его знает? Скашивание 5.30. Мультиудар, анимоволя. Нельзя брать нетанковых юнитов, поэтому отшельница. Отшельница очень хорошо. Так, здесь удешевляем заморыша. И... улучшим чары. Ну, давайте один реген, заодно он из колоды будет удаляться под поглощением. Нашему герою это не страшно, да? Шипы. 10 монеток нам нужны. Так, а вот это, кстати, неприятно. Блин, да ты издеваешься? Вот это, конечно, жопа полная. А чё, шипы даже в меня могут прилететь? Ну, хрен его знает. Ну да, да, да. Но она их всех убивает хотя бы. Умирает от шипов. Да иди ты в жопу! Надо было с бесами играть. Надо было либо с бесами, либо с 9-3 братанами. Уже краткая передышка, офига себе. Поглотитель урона. Ну, мы сейчас его пожертвуем и найдем вампиры. Блин, просто урон, да чего? Надо было поглотителя сюда давать. Твою ж. Герой вообще не успел раскачаться просто ни в какую. Че, все ржут? Да, у меня тут регенерации влетают во врагов. Очень смешно получается, правда, очень смешно. Шахтера выдадим, да. Блин, или защита от урона 8 урона, а шахтер даст 5 и еще и атаку добавит. Нет! Ну куда? Я забыл. Шахтеры и торговлю. Торговлю и шахтера, а не наоборот. Сейчас бы на регенычах, в принципе. А так уже, походу, мы ничего здесь и не сделаем, да? Че, попробуем выдать? А то вдруг в героя влетит. Ну, во врага. Ну, конечно же, в босса и влетит, да?
Плюс 172 урона. Была бы вампирка, выиграл бы. А я неправильно ее раздал. Тридцать восемь с двух ударов. Ну, больно, больно сердцу, больно. Да, с регенерациями я, конечно, оплошал на самом деле. Призматическая пыль тоже такое. Упакованные заморыши. Путы на вражеского бойца. Направленный рост возьму. И мой стример сам все руинит. Не без этого. А, да. Так, не будем пока брать. Плюс есть 10 урона и усиление к шипам. Анима скорости. Ее тоже гигантской сделать неплохо было бы, но... Не... Ну... Давайте возьмем. Скачаемся. Чельница. И надо будет еще First Strike найти, а здесь можно делать так. 11 ярд с шипами ничего плохого не сделает. Усилить бойца, костыль монстров. 20-20 ликвидация или заклинание 20. Ну, можно тем самым выкинуть одного стюарда, конечно же. Ой, не шипастого вот этого. Костыли, конечно, такое себе. Такое себе. А можно было регенерацию скинуть? Так, давай снизу будет. Мало места. В общем, по центру. Хорошо. Двойные взрывы! Я сам себя заруинил в ГВП. Я не посмотрел, какой он будет. Я очень сомневаюсь, что скашиватель выиграет здесь игру. Вообще не проверил. Значит, надо было первый и второй выставлять. Но первый и второй мне так не хотелось делать. Эх. Ладно, ну не, ей не хватит урона, чтобы выиграть. Сколько бы малявок мы здесь, наверное, не разыграли, да? Опять двойные взрывы. Ну что это такое, а? Что это такое, а? Так, рассеянная игра немножечко, но мне не понравился мой билд еще. Я бы его с радостью поменял здесь. А почему я поставил аниму воли спереди? Какого хрена? А, они же меняются местами. Я уж думаю, неужели я настолько нуб? Ну, кстати, нуб, потому что надо было по-другому. Хотя в итоге все получилось хорошо. Я мог все-таки шахтера сыграть. Что происходит? Получилось со вчера сделать танка пустоту. Танка пустоту. Ты про маленькую пустоту из агарков? Не, не получилось.
Я не пробовал. Я, кстати, это, возможно, еще вытащу. Ну, проверим, как укол работает. Да, он прилетел в босса, уколы тоже рандомные. Жесть. Здесь надо малявку вкинуть. Чтобы она выжила. Здесь надо дать плюс картишки. И торговлю бессмертных. Здесь, соответственно, кинуть укол и... Раз жизни это хорошо, но регенерация, наверное, лучше, да? Так вот. Ну чё, подерёшься? 10 атак он ей сделает, она 280 урона снесёт, да? Угу. Какие 10, подожди. А, ну да, 10 ровно. Давайте считать дамаг. Поможет ли здесь сейчас шахтер? Шесть и девять, да? Это 54. Не 6 надо смотреть. Плюс 50 дамаги, так вот я и думаю. Не, мне надо посчитать, спасет ли оно урон. Не 6 надо, 7 смотреть. 7,9. 63. Потом следующая атака плюс 9. Да, 5 урона еще апнется. Да. ХПшка апнется, и он должен пережить еще на одну атаку больше, плюс урона будет больше. Найс. Плюс соточка целая. Теперь он ее убивает, и у нее там останется где-то 2 хп. Троечка. Хорошо. Бедная анима. Ну, ударь хоть один раз, что ли. Мне так стрёмно давать регены. Но если я их не даю, ну, типа, чё, я все равно умираю, да? Да. Мне надо спасти этого стюарда. Иди. Ладно, старт был плохой. Все-таки здесь надо с бесиками. Все-таки тут надо с бесиками играть. Попытка вторая. Тот же самое усложнение, но саппортом будут бесы. Танк пустота в одиночку выиграл мне игру. В конце было 300 плюс шипов и 200 брони. Серафим с мультиударом на 20-м возвышении шансов не имел. Нормально. Каннибализм, боевой ритуал, а можно врагам дать ярость, да, наверное. И шахта, ох, как плохо, ох, как плохо. Еще та... этот фалос целомудренный. Серафим, то есть. Когда первый раз во время хода погибает враг, добавьте в свою руку двух заморышей. Mm-hmm.
Ну, под обжору звучит круто, но где столько места взять, да? Колотушка просто очень хороша, в принципе. Она очень круто зачищает врагов. Итак, обжора чудища. Вот сминание может вначале взять. Давайте мы начнем в этот раз с чудища. Птица 5 ударами, 10 ярости надо закинуть. Класс. Хорошая идея. Вот, 3 здоровья, 4 здоровья, это хорошо. Может, по своему попаду? Не, никуда не попаду. Мя-мя-мя-мя-мя. Давай молотом. Нет. Блин. Че, сейчас будем 50 на 50, да, опять жрать? Да чтоб тебя! Блин, я бы стартовые картишки рестартанул, конечно. Возможно, ярость только в своих летит. Я не уверен в этом. Клево, минус. Все, мы потеряли сердце. О, еще проверим. Ну-ка, давай. О, врагу ярость дали. Балдеж. Ой, он умер. Ну, хоть что-то. Не, ну выдача ярости это... Короче, отменить заезд. Я не хочу с этой карты играть. Она дорогая и абсолютно бесполезная. Точно такой же заезд пробуем. Серафим, очищающий бойцов от эффектов. Что, архитектора поиграть? Плюс 2 на этаже. Но мне нету много прям. Вот было бы много малявок. Можно было бы в архитектора играть, а так. Карта стоимости X. Вот это может быть очень сильно. Я понимаю, что вода, это классно. Но вот эта карта в игре за... Но вот эта карта, она очень хороша. Архитектор фигня. Да, мне тоже не нравится. Тебе бы крайне полезен был чувак, который растет всегда от пожирания. Да. Был бы. Мама. Мама. Так, играем так. Играем малявку. Играем уменьшенный верхний. Не, на верхнем хотя бы двух стюардов можно будет поставить, если что. Уменьшенный нижний. Высокий голос бывает. Я, честно говоря, устаю от этого заказа голоса. Правда.
Я понимаю, что это прикольно, но... Высокий это какой? Я никогда в своей жизни не запомню, какой высокий, а какой низкий. Если вам очень интересно. Фиксик, да? Угу, так и думал. Ну. Как-то так. Как-то так, друзья. Привет. Здорово, пацаны. Надо было снизу поставить малявку, чуть не знаю, что мы поставим. Фиксик от Масяня. Масяня. Представь, что тебе кукошки сжало сильно, вот и высокий. О, мои кукошки. Слушайте, а вот это проблема, кстати. На этом героя сейчас. Если я не потрачу этого стюарда, он может вернуть... А, у меня же один придет. Я просто выставлю как блокера этого стюарда, да, сейчас. Еще и нам вряд ли нужен. Просто надо, чтобы он подтанчил чуть. Хотя, стоп, а зачем ему подтанчивать, если... Блин, сейчас можно случайно поднять героя. Босса. Так, зачем его подтанчивать, если можно... Если мы все равно вампирим первую атаку. А значит, лучше сделать так. Все, найс. Они должны... А, они во время боя они не меняются местами во время боя с боссом. Ага, хорошо, это интересно. У меня крайне кринжовое ощущение, вроде Рофельна, но чё-то крайне глупо, что ли. Да, да, оно такое. Оно такое. Глупо. Заморощи, производственные риски, можно врага случайно давать, да? А, дают союзнику. Ну, можно не туда давать, куда хотелось бы. Ну блин, призматическая пыль. Ааа, как это круто. Плюс X. Мы возьмем ее, будем ее осторожно играть. Мы будем ее осторожно играть. Очень постараемся. Линяющий бес. Супер. Убивает все, что движется. Конечно же, идем сюда. И... Быстрота, здоровье, атака. Кулачек. Кулачек здесь вообще нужен кулачек? Нет, конечно. Альфа Узвер говнище. Как в жизни я его больше не возьму просто. Даже несмотря на то, что это надо прокачать. Сори, стример, просто настроение было не очень, зато теперь весело. Да. Все ради вас, ребята. Все ради вас. Узвер с быстротой, да говно. Альфа Узвер полное говнище. Ничего не умеет. Шипы. И третий этаж, да. Ладно, попробуем. Не знаю, с чего взяли, что альфа топчик. Здоровья нет. Ну, атаки тоже мало. Бесполезен. Ай, могу его поставить, да? Сейчас. Не так жалко. Надо в любом случае качать здесь. Мультистрайка мой 25 хп и норм. Да, брал я ему мультистрайки, ребят. Ай, блин, как ты...
Это время осторожно играть призму. Ой, блин. Ай, как же я урон от жабов получаю, неприятно. Так, ну, ты попадешь. Молодец. Молодчин. Очка. Можно было без сыграть, но ничего не очень хотелось. Все равно этот этаж, скорее всего, умрет. Потому что у босса тоже будет ускорение. Чекайте. Может быть, укладчик сейчас, кстати, их затолкает и убьет проводницу. Да, он убьет проводницу. Вот это круто. Вот это очень хорошо. Так. Натиск. Ну и так неплохо. Бесенок. Найс. Дальше. Кормим героя. Стоп. Можно ему еще этого поднять. Стюарда, ну зачем? Перемещать его в начало. Начало тела. Значит, этот урон там бесполезно. Ну, тут герой уже справится, на самом деле. Фиксик, не дай мне переустанавливаешь, но я умею. Не-не-не-не. Он так забавно отлетает назад, как будто вот от шипов прям урон получает. Хотя бы герой качается. Пам-пам-пам. Клапан хорош. Клапан очень хорош. Так, сталь слева. Заклинание справа. Из заклинаний мы можем апать урон в клапане, хотя он и так уже есть минимум треха. Можно удешевлять... здесь еще знамя от Родии. Здесь минут прошел. Ой! Я все еще говорю дебильным голосом, простите. Слева некого качать, поэтому мы в любом случае идем направо. Удаление поглощения. Бесконечная манна. Давайте попробуем. Лерин, we must stand together. Еще и сабнулся. Еще и рисавнулся. Спасибо огромное за поддержку. Это такая мне плата за то, что я говорил этим странным голосом. Да? Спасибо. Спасибо большое. Лучше чары на 20. Не, поглощение здесь не хочу видеть. Столивар, столиварище. Калименного воина мы можем неплохо разыграть, если придет. У нас просто есть вот эти шикарные призматические пыли. Давайте возьмем калименного воина. Нанять редкого бойца. Опачки. А, ну тут не боец на самом деле. На самом деле тут, по-моему, эпик просто. Стигийцы. Или может тотем прийти, кстати. Тотем будет слабо. Пробужденный, конечно.
Не, у пробужденных сейчас хил придет, который я не захочу брать. У тающих агарков будет еще хуже, какая-нибудь херня. Стигийцы. Стигийцы могут что-то крутое дать. Здорово, Кеймед. Кто, на твой взгляд, сильнее из всех фракций? Я думаю, что мрак. Мне очень нравится кормежка у мрака. Мне вообще мрак нравится. Он такой очень вариативный. Там и урон есть. Всякое такое. Жертва в бездне. Класс. Жаль, что я уже удешевил. Перенесите все эффекты обморожения. Трижды наносит урон вражескому бойцу. Переднему вражескому. Равно x2. Количество чар в вашей колоде. То есть 26 урона. Жертва в бездне — это экстренный сброс плохих карт. А это, ну, вообще, кстати, неплохая вроде бы картишка. Жаль, что костыли не пришли. 26 урона в случайных бойцов получается. Не, он выбирает одного случайного и трижды вносит в него. А это такое себе. Лучше жертву бездни возьму. Жаль, я не могу его удешевить, потому что уже удешевлял. Да. Нолик можно было найти у пробужденных, который выхиливает. Да, кстати, я мог там эпик найти у них этот. Это было бы хорошо. Так, при появлении накладывает броню, Талос атакует каждый ход и отталкивает бойцов. Отталкивает бойцов! У нас и так перемешка идет каждый ход. У них тут здоровье до хрена, зачем я это сделал? Здоровье до хрена, ума ни хрена. 4, сойдет. Нате Талос по лицу. Откуда у них броня? А, Талос им закидывает, да? То есть сумеречные натиски просто бесполезны. Класс. Нет. Союзным бойцам. То есть сейчас еще ему тоже выдаст. Это, кстати, неплохо может быть. Мя-мя. Они как раз отлично стоят вместе. Ну, кроме того факта, что он сейчас умрет. А я его ничем не смогу спасти, скорее всего. Ну да, ну да. Ожидаемо. Двадцать три. Мало. Два раза по сердцу ударят. На десятку еще прописывать. Я говорю, демон работает исключительно с пылью. Если пыль придет. Тут мантра была, оказывается. Черт. Мама. 26. Тоже мало, тоже нужно беса играть. Нип. Очень тяжелая испытание, конечно, все-таки. Ну, такое неприятное. Демона потеряли. Очень не круто. У врагов-то это минуса особо никакого и не дает. А вот мне.
Ха-хо. Один хп. Да, он перемещает его каких-то слабых бойцов вперед, но... Типа, это же херня полная, правильно? Мы сейчас здесь прожмем 14 урон, конечно, маловато. Блин, бес сзади стоит. Ши, лайфстил сожрал. Тупой бес. Стоило этого поднять и... А, ну как этого поднять? На, никого я здесь не подниму. Сейчас что, защиту опять вес получил, не? Жаль, что он не пожирает эффекты, которые на заморышах лежат. Ну и как мне ее убить? У меня вообще стата есть здесь? 33, 32 на 33, чё? Жесть. Всё, F. Ну, без урона. Здесь еще, в принципе, может неплохо работать. Мне кажется, лучше всех здесь на самом деле будет, знаете, еще самое простое. Прям самое простое. Королева Скорпион на бесиках. Да? Со звоном. Звон и так рандомный и бьет только по врагам. Это не дает нам никаких минусов абсолютно. Да, это королева со звоном. Пробуем еще раз. Блин, проходы, риски. Вот бесовски привлекательно. Хорошо. Хорошо. Прям очень хорошо, наверное. Переднему может в рандом ударить. Так, давай посмотрим. Клад. Стюарды! О май! О май! Да! Вот это старт! Так, сбор точно, но для начала лучше, лучше. Для начала игры вот это вот действие, которое убивает всех бесов, оно работает гораздо круче. Десять брони сюда. Изи. Легчайший звон. Может поднять кого-нибудь попробовать? Ничего страшного, на самом деле. На самом деле ничего страшного.
Подняли ее и подняли. Бесов-то не пришло, чтобы здесь всех убить, правильно? Что за корпорация Лоботомия? Это игра такая, которую меня очень просят постримить. Ну я обязан кинуть хотя бы одного беса, да? Теперь все умирают, значит можно станчить 4 урона. Вообще можно убить одного беса и станчить, и еще убить эти 3 урона. Если убьется левый, то будет совсем хорошо. Что? Это еще какого хера? Чего? На 60. Куда? Кого? Да фак? Я, наверное, хочу сейчас беса и два звона здесь узнать. Один малявка, который сблочит здесь 5 урона, вполне добавит здесь еще дамаги. Окей, это, конечно, жестко было. Окрик, здорово. Теперь я фолловер, тебя снова не видно. Спросить, что думаешь о Wasteland 3 или не знакомился с игрой. Я не играл ни в один Wasteland, поэтому... Поэтому для меня это какая-то... Игра, которая совершенно мне не интересна. Вот такие дела. Это стратежка какая-то. Не стратежка, вернее, а РПГ на миллион часов по типу Fallout. Это не формат моего стрима, поэтому я даже не смотрел. Все нельзя брать. Скип. Можно брать. Повелителя нельзя. Хотя, может быть, повелитель не так уж и плох будет. Сталевар или укладчик? Сталевар сам по себе неплох. Ну, какой-никакой, но юнит все-таки. Тоже не играл, думал советую, знаете. Это нечто среднее между Divinity и Fallout. Ну, вот. Вообще не мое, короче. Так, знамя мрака, чтобы было кому обжираться, наверное, да? Либо мы можем поискать просто повелителя корон и... Два сталевара, серьезно. Ну ладно. Мир золота, поглощение и урон, снижение стоимости. Так, ну один звон мы апнем. Я даже понижать стоимость чар здесь не очень хочу. Чем жертвовать беска, можно пожертвовать героя. Да, да, действительно. Взять бойца, берем. Промазывали жертву случайным образом? Я не промахивался, здесь игра промахивается. Цели заклинаний выбираются случайным образом. И юниты перемешиваются. Ой, жесть. Ой, жесть, кстати. Так, а это хорошо, это повезло. Минус этаж здесь, да. Я обязан, наверное, ее здесь ставить. Дам ей поглощение жизни на всякий случай. И, наверное, поставлю... Тут сталевара и буду пытаться его как-то дефать. Поиграл с полчаса примерно, в некоторых моментах музыка оргазмическая. Прикольно. Пускай идет наверх, правильно. Мы играем тебя. Тебя. И малявок.
Бросок бесом. Видели, как бросается, да? Что за полоска про лоботомию? Если она наберется, мы пойдем проходить лоботомию. Если наберется, ну, скажем, за эту неделю. Да. Да. Так сделаем. Ой, он со скашиванием, ё-моё. Звона 21 урона. Так, мы сейчас, во-первых, убьем вот этого, а потом звон сделаем. Надо обязательно проводницу убить. Обязательно, все. Теперь все будет норм. Сейчас со Сталеваром они здесь разберутся. За что игра не посчитала королеву бесом? Она просто кого угодно может грохнуть, потому что случайно не значит случайного беса. Я уже понял, Срекс, я уже понял, что королева не считается бесом. Просто, ну да, так. Так вышло. Я постараюсь выкинуть эти спеллы как можно быстрее. Сейчас буду стараться ходить на круговороты, чтобы не играть все это дерьмо. Так, бес на ярость звучит хорошо, но клапан еще лучше. Хотя у нас звоны есть, нам клапан не так-то и нужен. И давайте беса на ярость возьмем. Ищем всех бесов, а потом трансцендентального берем и выигрываем игру. Камень мрак нельзя брать. Заморож. Давайте призм пространство еще одно. Обжорство восстанавливает 10 здоровья, наносит 10 урона вражеским бойцам. Вот этот обжор на первом этаже сейчас выглядит, кстати, очень даже неплохо. А вот где воинов брать, я не очень хочу. У меня даже стюарды сейчас сильнее, чем воины рогатые. Тоже здоровья нет, нифига. Давайте возьмем эту обжору. Так, 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 штольня. Что мы будем в штольне копировать? Стюарда? Ничего. Судя по всему, ничего. Поэтому мы идем направо. Смотрим, продавца стали. Быстрота. Ну, типа, не. Ну, одному стюарду можно, кстати, быстроту дать. Здорово, теневой братан. Здорово. Я буду пробовать. Я буду пробовать найти манного беса и играть его. Привет, быстрота. Осталось ему мультистрайк найти. Или сминание. Почему стюарды стали таким хорошим? Ивент какой-то? Артефакт пришел стартовый. Хороший на стюардов. Да нужно еще место брать. Ну, разберем. Может быть, прямо сейчас опять придет ивент, который бесплатным его сделать. Давай. Один раз так было, но нет, не в этот раз. Костыль монстров. Плюс 20-20 ликвидация. Бесов я ликвидировать не очень хочу. Стюардов тем более. Заклинание убираем. Слишком рандомно. Нет, надо выкинуть. Я бы, кстати, спал не выкидывал. С ним можно грохать кого угодно. Следовательно, иногда эти 50 дамага могут сейвить. Уже поздно. Ну, возможно, стоило один зов. Или какой там звон. Да, блин, что ж ты такой? Ладно, давайте... нет, здесь должен быть поглощалка. На втором этаже, значит, королева. Да. Давайте так. Кому больше места надо? Королеве или поглощателю? Вов. Сталевар не буду сейчас ставить.
Не поставил Столивара, называется. Давайте королеве больше места дадим. Да, Роник Вес. Здравствуй. Можно и ему тоже. Давайте ей все-таки танка выдадим в виде... Короче, год центральный этаж фармить. Ему снизу хватит заморыша, я думаю. Давай. Они реально кричат «давай». Волк. Ну, неприятно. Так, ну тебя мы пока что не сыграем. Никогда в жизни, видимо, да? А где мы малявки? Они будут приходить или нет? Тут стоит бесполезно и ничего не делает. Найс. Что за донат на прохождение лоботомии? Да. Да. Собираем донат-полоску на лоботомию. Люди очень просят. Очень просят. Я думаю, что я готов поиграть в лоботомию еще. Если донатик набьем. Наконец-то звоны. Может быть, хоть в этот раз попадут. Можно, кстати, 21 вот сюда вписать. И он будет рип. Для начала мы, конечно, попробуем вот здесь. Ну, попали. Найс. Обжора, который теперь здесь урон наносит. Этот и так умирает. Так и думал, что не убьем. Сколько их надо? Сколько надо? Ну там небольшая цифра, я поставил 3,5к, все. Поскольку лоботомия тем более и так была самим, и так была заказиком. Так, еще звоны. Сюда. Хорошо. Малявка сюда. Хиляй его. Здесь. А здесь, кстати, нет смысла особо бесов кидать. Может, есть. Чтобы от них избавиться. Нам нужна какая-то бесконечность на бесов. Надо попробовать найти книгу на бесконечность. Если будет, будет прям 10 из 10. Ну или усиление, конечно, какого-то беса бесконечности. Но один единственный бес нужен на бесконечность, как мы знаем, сварщик. Либо сварщик, либо трансцендентный. Тут одно из двух. Вау, 0 урона. Круто, да? Круто. Люблю такое. Вон, за ним сейчас Стюарт постоит и подамажит. Кстати, можно еще производственные риски здесь кинуть. Как бы странно это не звучало. Найс. Так, у меня будет еще бесик? Нет, у меня еще будет Столивар, но Стюарт сильнее, чем Столивар. Беса больше не будет, значит, можно беса здесь поставить вместе со Стюардом, да? Бес пускай блочит один удар, заодно убивает здесь. Нормально. Даже покусать смог немножечко. Такой у него рот большой. Такой большой. Да, да, Стюарды пока что вообще стомпят игру вообще на изи. 150 урона. Мне так хочется на самом деле. Но если умрет Стюарт, мы скорее больше потеряем.
Я еще надеюсь, что братаны сверху нормально урона пропишут. Да, убивают, хорошо. Нужно еще и риски. Написано, кстати, союзнику. Так что, в принципе, их можно юзать. Блин, эти подъемы, конечно, рандомные, такие бесполезные. Хорошо. Нет, это нельзя брать. Нет. Растопка. Растоп очка. Альфа-изувер, клейменный воин, коллектор горнила. Все говно. Ну, кроме, наверное, коллектор горнила. Но, я уже могу выставлять. Короче, мне уже нельзя это брать. Мне нужно место сейчас для того, чтобы сыграть шестеру под растопку. Осталось либо заморозку сюда взять через продавца магии. Блин, так хочется клад халявный. Мне просто уже бойцы мрака не очень нужны. Заморозка не раз на растопку, как бы иронично не звучало. Да, я об этом и говорю. Блин, а куда я дальше пойду? Давайте посмотрим. Останки пекла, продавец магии, нестабильный вихрь. Может быть, я здесь к продавцу магии зайду? Безделушек. Ну, в безделушке я точно не пойду. Давайте сейчас на халявку зайдем, а потом магию поищем нормальную. Союзники не утрачивают ярость. У нас нету ярости. И мы ее... Ну, нет, есть чуть-чуть через юного беса. Как бы прикольно ни звучал памятный костыль, это офигенная штука, да? Которая не даст нам играть теневого разрушителя. Он, этот памятный костыль будет нам мешать, поэтому берем коллекцию хвостов. Так, герой. 30 урона с бесов, говно. Берем сбор. Риски вроде... Кстати, риски еще же манну дают. Да, у меня есть уже несколько, на самом деле, способов разыграть его. В начале каждого появляются сикофанты. Ладно, сикофантов мы расстреляем, наверное. Или нет. Ну, мы попробуем. Стартовая рука. Что? Шесть, пять, шесть. О, боже мой. Давайте так, Сталевара на второй. Блин, они все сейчас побегут наверх, короче, еще. Ставь сверху двух и расти этаж. Чё мне это даст? Расти центральный? Или этот? Ну да, наверное, сверху двух звучит более-менее неплохо. Королеву первую надо ставить, урон потеряла. Ну ладно, вот этот я постараюсь не... Не, вот этот вот. Давайте центр. Сейчас такая жопа будет. 4 сикофанта и вот это вот. Минус Сталевар сразу же. Не хватает, да? Не, не хватает. Жалко. Еще мы одного убьем. И беса нету. Ни хрена нету. Ща они там столько урона пропишут. Особенно вот этот танк. Ну, он... ну ладно, он два раза всего ударит. Один раз, вернее, всего ударит под бафом. Чё делать? Чё делать? Какого хрена происходит? Надо было нулевку юзнуть здесь и попробовать убить кого-то сейчас, перед тем, как я поставил вот этого. Ошибочка. Да, шестеру мы не поставили.
Оп. И плюс пацан еще раз ударил. Ну, тридцаточка где-то, да, была? Звоны. Звоны пришли, звоны. Ой, звоны, мои звоны. Сейчас поставим здесь стюарда, чтобы он спасал немножечко. Хорошо. Плохо. Сойдет. Стюард. Риски не буду играть. Че, сейчас еще миллион урона прилетит, да? Раз, два. Мое здоровье. Просто худшая стартовая рука пришла. Вообще ничего не работало в стартовой руке. Звон на 21 урон. Окей. Спасибо. Землекоп. Поехали. Мультиудары. На третий этаж. Блин, сейчас этого еще убить могут. Короче, если любой копейщик проходит, я просто проиграл. Так. Ну ладно, не любой, хорошо. Я, конечно, набрал немножечко. Так, нам здесь нужен один блокер любой. Классный росток, спасибо. То, что надо. И этим блокером будет бесик. Привет, когда будет лор? Сегодня 3 часа в него играл. Сегодня 3 часа стримил. Так, здесь, ну, должны убить, по идее, даже если они поменяются местами. По идее, справимся. Да, еще и с бесиком, все отлично. Можно даже бесиком, наверное, сблочить один удар. О, нет, подождите, вот так вот. Идеальный бес. Тут что? Две атаки, 73. Красавчик. Мимо пробегает. Огонь. Стопку на третий подкачать атаку. Я думаю, что на первый проще будет, кстати. Тут без разницы, от кого урон прилетит, правильно? Бесики хоть чуть-чуть потыкают тут. Может быть, всех бесов, кстати, не стоило выкидывать, одного оставить на следующий ход, да. Блин, ну вот это что это такое? Ну вот, я не могу его убить, он пробегает мимо центрального этажа. Какой-то попуг дурацкий. Значит, надеюсь, что герой сейчас... О, боже, у нас самый слабый стоит в худшем месте, да? Ну, ГГ, чё? $352, да, ГГ. Хотя, ну, это добавит 32 урона. Не, может, чуть больше. Один дополнительный блокер в виде малявки добавил мне не 32 урона, а целый ход дополнительный. 32 только с одного, а вот с тянки еще 56. Класс. Тут перемешка сейчас очень помешала. И союзным, и вражеским. Вот это хорошо играть, да? Дает ярость броню. Куда дает, непонятно. Передвиньте бойца вперед, наложив броню. Какого бойца, непонятно.
Улучшение движка. Это плюс наша манна, чтобы мы могли играть гиганта, да. Наклад на союзных единичку защиты добавляет заморышей. Давайте движок возьмем. На тоненько, это вообще жесть какая-то. Так, здоровье. Выкидывание картишек. Удвоение и повышение цены. Не, спасибо. Я переживу без удвоения. Силы магии. Тебя... уменьшение стоимости. Либо движок, либо адское пламя. Движок всегда надо разыгрывать. Смотрим дальше. Мерзлота. Хорошо. Хорошо, на растопочку. Сила магии, еще взвоны. Именно стоимость сюда выкинуть карту. Проход раз. Слишком рандомно, не могу их играть. Проход два. Вообще прям мешаются, жуть. Один звон, наверное. Может, одного Столивара? Два хороших звона, один с поглощением. Это, кстати, единственное, что дает мне заморыши под поглотителя теней. Как-то смешно. Может быть, риски надо было выкинуть одни. Нет, риски мне нужны, чтобы сыграть нашего гиганта с быстротой. Попуги! Поднимаясь выше, враги не боссы, полностью восстанавливают здоровье. И выигрывают игру, да? Угу, пошли нафиг. В первую руку. Почему бы не прийти в первую руку, правильно? Почему бы тебе не прийти со скашиванием, и я не могу сыграть бесов нормально? Отличный старт! Просто идеальный старт! Дэм... О, смотри, что есть. Звон. Звон на сколько? На единичку. Но я этим звоном здесь вряд ли убью. Предлагаю центр убивать. Эта штука поглощается, да? Нет. Адское пламя не поглощается. Интересно. Звон на 21, звон на 11. Ну вот тут шо це херня, шо это херня? Конечно же не попал. Нас сейчас пройдет пацан с копьем и убьет нас просто. Второй раз подряд старт просто ни о чем вообще. О, ну привет. 46, а у сердца 30 атаки, но он 2 урона сделает. Если я ему десятку, конечно, не напишу, я напишу ему десятку. Стример поехал головой. Мне нужно место на первом этаже под гиганта, поэтому. И мне нужен урон на третьем, поэтому я сейчас буду просто с этих играть.
Недобиток на адское пламя, да, выглядело бы интересно, я бы реально каждый ход играл с недобитком. Вот это проблема, то, что АОЕшник назад ушел. Так, сейчас мы одного здесь убьем, да? Но здесь все равно, блин, скашиватель дебильный. Мы его все равно убьем хотя бы. Стюарт. Причем самый хороший Стюарт. Здесь место. Здесь звон. Как хорошо убили-то, как хорошо. Не, конечно, могу поставить Стюарда сюда, но я тогда не выставлю... А мне надо выставить теневого разрушителя, если он придет на следующий ход. Я очень на это надеюсь. Сколько растопка дает? 2x4, то есть с двойки. Ну, нормально. Он после убийства ярость получает? Ну тебя нафиг. Так, мне надо малявок скинуть в любом случае. Я получил малявок, которые мне мешают сейчас в колоде. Если бы здесь поставил, до плана бы получил следующий ход. Как же тащит королева, королева, королева. Ой, он еще и невидимым будет. Ну и, конечно же, ничего не пришло. Ну, кто бы сомневался. Ликвидация. Нет подходящей цели. Ничего себе. Классно. Так, я могу написать 150 урона ей. Могу сблочить 3-4 атаки, чтобы она стала видимой хоть вот к этому ходу. Убей свой второй этаж. А толку тут места нету, да? Разве что третий убивать надо было и ставить здесь гиганта. Ты знаешь, а может быть убивать третий этаж и ставить гиганта было не таким плохим ходом бы. Было бы. Да, ну да, да. Он бы хотя бы с попугом справился. А вот и он. Да, это был самым правильным плеем моим. И я бы выиграл сейчас, а сейчас я проиграю. Хотя, если вот этот подвинется вперед, может быть, королева там напихает еще. Че... На, он уже не подвинется, да? Ну еще бесик есть для блока. Смотрите, беса ставим первым. А вот это ставим вторым. Даем сюда ювелирку. К сожалению, я пришла куда-то не туда. 380. Может быть, кстати, сердце выживет. Да, сердце добьет, но оно останется на одном хп. А? Опять один хп катка. Проходи через маленькую кар танка этот челлендж. У тебя будет в итоге герой, в идеале бесик. На броню другие юниты не нужны. Герой и в идеале бесик на броню. Кар-танк. Звучит так себе. Не знаю. Горнило, шахта, путы. Можно склонировать либо растопку, либо гигантского мужика. Мана, пожалуйста, накладывает зачумление на тех, кто проникает под пекло. Дает 2 защиты от урона к первому призванному бойцу каждый ход. Защита от урона, это хорошо. Давайте, наверное, антипекло возьмем. Хотя... А что нам этот стан даст? Это же не рут. Одно ошеломление, мы просто урона не будем на третьем этаже получать. Ну...
Не, ну, кстати, не получать урон, когда у тебя стюарды, типа... Скайпами еще одна? Нет, давайте склонируем синевого. Пускай приходит, когда надо. И выигрывает мне игру. Осколки. О, это первый раз, когда я до него дохожу и не чувствую уверенности в том, что я его убью, по-моему. Ну ты, конечно, пришел, да. Кто бы сомневался. Что здесь? Мантра, все чары в руке. Ну, я чары юзать не собирался. Я еще, конечно, собирался, но... 10-15, ты серьезно сдохнешь от вот этого? Оу. Столивар говно ненужное. Почему сложность не уменьшить? Потому что это экспертные испытания, они проходят исключительно сложность 25. И плюс, проходить на низкой сложности неинтересно, но типа, мы же уже все это проходили миллион раз. Здесь бес не поставил. Все это, чтобы здесь убить. Ярость надо было выдать здесь. Ну ладно, она еще придет, по идее. Что с лицом, Ян? Все очень плохо. Ей, он пришел. И пришли одни производственные риски. Дает 3 манны. Да. Да. Ура! Привет! Только, типа, здесь надо было звонами чуваков убивать. Сейчас меня еще вот этот откусит пол лица, минус 12. Что там, челик с решимостью? И, кстати, это помогло врагу, то, что перемешиваются челики. 200 урона в 2 хп. Просто, вот оно и помогло ему. Все, это победная здесь, да? Так, плеть. Когда кто-то умирает, да. Я обязан юзать здесь адское пламя. А я не могу адское пламя. Я обязан юзать здесь бесовски привлекательно вот сюда. И вот сюда должен поставить стюарда. А у тебя же первый удар! Ну, я не попал. ГГВП. Все. F. О, жесть. Ну, ладно, нам с самого начала не очень везло по картишкам, на самом деле. Без такие все приходили. Эти подъемы дурацкие, бесполезные. Та-дам. Да, F. Давайте стопнем... Это испытание, оно мне пока немножко надоело, попытки в испытании провалились, давайте посмотрим еще какое-нибудь.